Здравствуйте! Вы находитесь на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам расскажу, как отключить уведомления на Facebook. Для этого нам нужно зайти на нашу главную страничку в Facebook. В правом верхнем углу развернуть стрелочку, выбрать настройки и в левом меню выбрать вкладку «Уведомления». Из строчек найти «Напоминание» и развернуть стрелочку. Напротив «Разрешить уведомления на Facebook» тыкнуть «Выключить». Поздравляю, вы отключили свои сообщения. Больше информации ищите на нашем сайте Hard Reset Info. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и спасибо за просмотр.